Ребята, всем добра и позитива. Находимся мы в Берлине. Это Тиргарден, ну, довольно известная барахолка. И вот мы путешествуем по Германии. Для нас все это ново, все интересно изучить. Но я наткнулся на одну интересную мысль. Где мы нашли Латвию в Германии практически на каждом углу? То есть эти вещи для меня абсолютно не представляют никакой ценности. Это ценность как бы той Германии, либо старой, либо недавно старой. Но на многих наградах я увидел латвийский флаг. Латвийского флага присутствует в регалиях очень много. Это может быть даже 18 век, 17 век. И мне закралась в голову идея, а откуда вообще появился флаг Латвии? Ведь Латвия была под управлением немецких баронов довольно долго. И история флага, может быть, она немножко у нас романтическая, а по факту на территории Латвии было всегда два флага. Это вот этот красно-белый-красный, судя по всему, какой-то немецкий. Вот мне почему-то закралась такая мысль. И флаг бывшей царской Российской империи. Вот два флага. Вот мне интересна история нашего флага.